Сил здравия. Вот такое сегодня хмурое утро. Хотел попрохладце сдать металлолом. Но это мы сейчас и сделаем. Суббота, принимают у нас. Собрал остатки цветного металла, осталось немножко там у меня, но вот загрузил тут медяха, алюминий, дюралька. Поедем сейчас дадим, осталось немного у меня там свинца, ну в смысле аккумулятор, там кое-такой плавленый свинец был еще. И чермет. Но чермета еще, наверное, по ограде с тонну насобирается. Вот моросит дождик мелкий такой. Подкапывает. Ну ладно, надеюсь, совсем не промокнем. Прием на приемку, потом на работу. Сегодня у меня рабочий день. Суббота. Я работаю. Так, сунулся на приемку. Сторож говорит, с 9 приедут, но вот поехал пока на работу, сбегу, качнул. И, как по традиции, всегда на заправочку. Ну вот, друзья, опять поднялась цена на бензин. Вот так вот мы видим 92-53 у нас. 95-56, 98-60-40. Ну ничего, ничего, нормально, все, ждем по 100. Ага, передайте Ильичу, нам и 1000 по плечу, как говорили. При Брежневе, помните, когда водку наценяли до десятки. Ну, вот такие дела. Ладно. Приемка еще тоже работает, как хочет. Побежим, пока на работу съездим. Ну, не все плохо у нас. Не все плохо. Кое-где на дорогах дырки на асфальте залепили. Уже радует. Ну, ладно, вот так вот. Побег я на работу. Ну вот, приехал попозже опять, не угадал, занято, по одной машинке пускают. Металлобаза занудная. Такие. Ну вот рассчитался, сдал 8 800, попросил бумажку с горя пополам, выжил с них. Ну а там остался у меня еще черный, сдам его и с металлолома буду завязывать, надо переходить на более интеллектуальный труд. Короче, будем потихонечку завязывать.